Доброе утро. Подпишите здесь, пожалуйста. Здесь. Держи. Спасибо большое. Отлично. Хорошего дня. Дорогой Тони, думаю, эта вещь по праву принадлежит тебе. На память об интересных, хотя и болезненных событиях прошлого. В завещании миссис Форд указано, что речь идет о дневнике. Дневнике. Вам его передаст дочь миссис Форд. Вероника. Здравствуй. Здравствуй, Энтони. По мотивам бестселлера Джулиана Барнса. Мы с Вероникой встречались. Она была твоей девушкой? Именно, да. Школьные годы подарили мне лучшего друга. Тони Вебстер. Я Эдриан Финн. И вскоре Вероника завела отношения с ним. Я написал им обоим довольно резкое письмо. Как думаешь, что в дневнике? Наши воспоминания. Это ужасно. Мой друг умер при загадочных обстоятельствах. И кто в этом виноват? Здесь явно что-то нечисто. В чем дело? Что происходит? Разбирайся сам. Это лишь половина истории. Наши воспоминания не всегда отражают, что на самом деле произошло. Это был несчастный случай. По закону, да. По совести, нет. А ты что там делал? Правды мы никогда не узнаем. От режиссера «Ланчбокса». Может, поговорим о том, что практически все, что ты мне рассказал за последние пару дней, я услышала от тебя впервые. Я поражаюсь, как ты не замечаешь того, что у тебя прямо перед носом. Например, свою дочь. Сожаление. Как часто мы рассказываем историю своей жизни. Прощение. Что-то мы меняем, а что-то приукрашиваем. И создаем новую реальность. И когда все летит к чертям... Любовь. Как понять, что наши жизни переплелись? Джим Бродбент, Мишель Докери и другие. Навеки. Предчувствие конца.